Вообще говоря, может, это я, Довокин. Только я этого еще не знаю. Ты по металлу бьешь, как мамаша, которая шлепает малыша. Сильней бить надо. Прости, Горло, я просто дрогнул и... Если ты не выбьешь дурь из железа, оно сломается раньше срока. Бей! Сильнее! Нужен новый клинок? Я выросла в крепости. Каждой орочей девочке приходилось так или иначе работать в кузне. Но девочки рано или поздно вырастают, а жизнь в крепости многого требует. Так что я ушла в легион. Там и научилась всему. Ну да, в орочьей крепости. Мы были сами по себе, жили так, как заповедали предки. Но мне этого было мало. Я ушла. Не хотела в итоге оказаться третьей женой какого-то занюханного вождя. С Тацитом? Мальчишка-имперец. Я раз за разом учу его обращаться с железом, но он никак не поймет. В легионе имперские кузнецы читали книги, когда не могли управиться с молотом. Наверное, они так древней мудрости набирались. Если найдешь книгу под названием «Последние ножны Акраша», принесешь ее мне. Тацит явно не из тех, кто может учиться на примере. Спасибо. Сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Тебе сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Тебе сюда вход закрыт. Тебе сюда вход закрыт. Это тебя не касается, гражданский. Тебе сюда вход закрыт. Сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Тебе сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Последний раз предупреждаю. Проваливай отсюда, а то пожалеешь. Убирайся. Последний раз предупреждаю. Ну все. Не говори, что тебя не... Последний раз предупреждаю. Проваливай отсюда, а то пожалеешь. Ugh!
Не надейся на Тацита. Бестолку. Книги. Не понимаю, почему имперцы так их ценят. Мальчику это, впрочем, пойдет на пользу, если будет на то воля Малаката. А теперь дай я покажу тебе, как учатся кузнечному делу орки. В тебе есть сила и ум. Для меня будет честью выдержать с тобой любые испытания, если ты чувствуешь ко мне то же самое. Я принимаю твое предложение. Поговори со жрецом в храме Мары и договорись о брачном обряде. Нет смысла ждать. Почему люди в этом городе не оставят меня в покое? Путешествовать по пределу опасно. Нужна хорошая повозка. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. В Брифтоне ящеры живут. В доках в основном работают. Уж не знаю зачем. Богами клянусь, к югу от города видели дракона. Кружил он высотой откушенный язык. Все хорошо, надеюсь. Да благословит тебя Мара. Ты желаешь вступить в брак? Как радостно видеть, что любовь расцветает даже в эти нелегкие времена. Твоя свадьба будет завтра, с рассвета и до заката. Не опаздывай, ты же не хочешь пропустить собственную свадьбу. Поздравляю со свадьбой. Это большая радость для всех. А вот и наш счастливый жених. Начнем же церемонию. Мара дала жизнь всему сущему и с тех пор присматривает за нами, как за детьми своими. Ее любовь к нам научила нас любить друг друга. Ее любовь показала нам, что жизнь, прожитая в одиночестве, и не жизнь вовсе. Мы собрались сегодня здесь, под любящим взором Мары, чтобы засвидетельствовать вечный союз двух душ. Пусть они будут неразлучны в этой жизни и в следующей, в богатстве и в бедности, в радости и в горе. Согласны ли вы по любви связать свои жизни вместе, сейчас и навсегда? Да, сейчас и навсегда. Согласны ли вы скрепить свой союз и жить в любви отныне и навсегда. Властью, данной мне Марой, богиней любви, объявляю вас супругами. Теперь мы с тобой навеки вместе. Где мы будем жить? Можем поселиться у меня. Мой дом, твой дом. Дом для нас двоих. Давай увидимся там. Поздравляю со свадьбой! Это большая радость для всех! Поздравляю со свадьбой! Это большая радость для всех! Thank you.
империя, братья Бури, мне наплевать, у кого тут власть. Я хочу зарабатывать. Странный дом, но крепкий, основательный. Думаю, я открою тут лавку. Неплохое занятие, пока тебя нет. Для воина желудок важнее всего. Вот, это придаст тебе силы, а завтра я приготовлю еще. Победи всех врагов, любовь моя.